предыдущих наших служениях мы уже говорили на четыре из этих тем. In our previous weeks, we've covered four of these topics. Мы говорили о Боге. We talked about God. Мы говорили о Библии. About the Bible. Мы говорили о грехопадении человека. We talked about the fall of mankind. И мы говорили о спасении. And also about salvation. Сегодня мы с вами будем говорить о Духе Святом. And today we will be speaking about the Holy Spirit. Перед тем, как Иисус вознесся в небо, before Jesus ascended into heaven, Иисус сказал ученикам, he told his disciples, я от вас уйду, that I am leaving you, но поверьте мне, but believe me, я вам скажу правду, I tell you the truth, это для вас лучше, this is better for you, потому что когда я уйду, because when I go, то я умолю Отца, then I will ask the Father, и Отец, и я, Иисус, and the Father and I, мы Jesus, пошлем Духа Святого, we will send the Holy Spirit, который с вами будет, who will be with you, не только в одной стране, not just in one country, не только на одной горе, not just on one mountain, и не только с одной группой людей, and not just with one group of people, но Он будет со всеми. But he will be with Он everyone. Будет одно и то же время в разные места с миллионами людьми. And he will be present in all different places, millions of places. Нам иногда кажется, ну как это может быть? Вот если бы Иисус со мной был. And sometimes we think, well, if Jesus was with вот если бы это был Иисус. If this was Jesus, я бы пришел бы и сказал, by, Иисус. I would say, Jesus. Ну болит. It hurts. Не получается. I can't do it. Помоги. Help me. Но Иисус говорит, лучше для вас, чтобы я ушел. But Jesus says, it is better if I go. Потому что я вам пошлю того, кто будет со многими, не только с одной группой. Because I will send the one that will be with many and not just with a small group. И тот, кого небо пошлет, он не будет слабее, чем Иисус. And the one who heaven sends will not be any less than Jesus. Он будет такой же силы, мудрости и власти, как Иисус Христос. He will have the strength, might, wisdom as Jesus did. Итак, учение о Духе Святом. And so the teaching of the Holy Spirit. Мы где-то месяца 4-5 назад говорили о Духе Святом. About 4-5 months ago we spoke on the Holy Spirit. Если кто-то помнит, кто-то с нашей церкви хорошую память имеет, или гости, которые следят за церковью. Those that have a good memory from our church or guests. Мы говорили о действиях Духа Святого в Ветхом Завете. We talked about the move of the Spirit in the Old Testament. Действия Духа Святого в дни Иисуса Христа. The works of the Holy Spirit during the time of Jesus. Мы говорили действия Духа Святого в истории Церкви от Иисуса до 20 века. The work of the Holy Spirit in the Church from the days of Jesus to the 20th century. И заканчивали мы тот предыдущий блок действия Духа Святого в 20 веке, скажем, за последних 100 лет. And we concluded that teaching on the 20th century, the last 100 years. Если кто-то забыл, вы можете найти в интернете эти проповеди. If you've forgotten, you can find this message online. Итак, Дух Святой. Holy Spirit. Дух Святой — это Бог, который входит в триединство или в Троицу. We talk about the Trinity as God that is... Three and three heads. Слово Троица в Библии отсутствует. The word Trinity is not in the Bible. Этот теологический или богословский термин стал использоваться в 325 году после Рождества Христова, после Никейского собора. This word began to be used in the year 325 AD after the Nicene Council. В 325 году состоялся Никейский собор. In the year of 325, there was the first Nicene Council. На этом соборе или на этот собор прибыло несколько сот самых лучших пастырей и богословов. And there were the few hundred pastors and theologians that were present there. И на этом соборе осудили учение Ария, Монтана и Маркиана. And they condemned the teaching of Arius and other teachers, которые говорили, что Дух Святой не Бог, who said and stated that the Holy Spirit is not God. И вот с того времени, and from that time on, в
церковной и богословской сфере закреплено слово Троица. In churches and theological realms we use the word Trinity. В Ветхом Новом Завете этого слова нет. We don't find this in the Old or New Testament. Но присутствие Троицы очевидно. But we can see the Trinity in Scripture. Когда первый стих Библии, Бытие 1:1, Genesis 1:1, the first verse, где Бог создает мир, всю вселенную. When God is creating the universe, Бог создает, а Дух Святой окружает эту бесформленную. God is creating, and it says the Holy Spirit is hovering around. В первой и второй главе Бог говорит: создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. And the verse says, let us create man in our image and our kindness. Итак, в Библии, в Ветхом, Новом Завете мы находим, что есть не прямое слово Троица, но Троица просматривается очевидно. And so we don't find the actual word Trinity in Scripture, but we can see it evident on the pages of Scripture. Ярче всего Троица просматривается в день крещения Иисуса в воде. The most clear is shown to us on the day that Jesus was baptized in the water. Когда Иисус, как Сын, принимает крещение. When Jesus, being the Son, is being baptized. В этот же самый момент с неба звучит голос Отца. In that same moment, we hear the voice of the Father from heaven. И видит голубя, Дух Святой сходит на Иисуса. And in the likeness of a dove, the Holy Spirit descends upon Jesus. О Троице мы говорили в предыдущих наших беседах. We spoke of the Trinity previously. Мы говорили о том, что человек троичен. We said that a person consists of three things. Есть тело. There is the body. Есть душа. There is the soul. Есть дух. And there is the spirit. Мы говорили, что пространство троично. We said that the way we measure time is also in three есть things. Есть широта. There is the width. Есть высота. There is the height. Есть глубина. And there is the depth. Мы говорили, что есть понятие времени, а время тоже троично. We also spoke of the elements of time. Есть прошлое. There is the past. Это время. That is time. Есть настоящее. There это is время. The present, which is also есть time. Будущее. Это время. And there is a future. Бог Троицу отобразил в природе, чтобы через природу открыть Творца. God reflected this idea of the Trinity in nature that is around us so that we could see Him in it. В древности не все верили, что Троица существует и что Дух Святой один из составляющих Троицы. But in the past there were those that did not believe that the Holy Spirit was part of the Trinity. В наше время есть некоторые конфессии, которые не верят, что Дух Святой Бог и что есть Троица. And in our time there are some denominations that also denounce this. Пятидесятники, единственники, такое есть движение. There is a teaching, the Pentecostal oneness. Они придерживаются учения о том, что Отец Небесный, Иисус Христос и Дух Святой – одна и та же личность. And they teach that the Father, the Son, and the Holy Spirit is all one person. Отец Небесный – это Бог, Творец неба и земли, Иисус Христос – это Бог в человеческом теле. They teach that God the Father is the one that created heaven and earth, and Jesus is God in flesh. Они настаивают на единственном правильной формуле крещения во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца, Сына и Святого Духа. They also baptize in the name of Jesus alone and not in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. В мире приблизительно их 24 миллиона. And there's about 24 million followers of this teaching around the globe. Еще одно движение, которое называет себя христианским, это свидетели Иеговы. Another movement is called the Jehovah Witnesses. Для свидетеля Иеговы характерно отрицание учения о Троице. And they denounce the teaching of the Trinity. Бог считается, Богом считается только одна личность во вселенной, это Иегова. God is one in all of the universe, and His name is Jehovah. Иисус Христос, по учению свидетелей Иеговы, был рожден Отцом. By their teaching, Jesus was birthed by the Father. То есть было время, когда Иисуса не было, Он был рожден от Отца. In other words, there was a time when Jesus did not exist, and He was born, and then He came to exist. В их учении Дух Святой – это сила. In their teaching, the Holy Spirit is just a power. А не личность. And not an individual.
Когда к вам постучат в двери и представятся, что это свидетели Иеговы, maybe someone knocked on your door and they introduced themselves. И вы спросите, а вы верите в Иисуса Христа? Witnesses, and if you ask them, do you believe in Jesus Christ? Часто ответ будет да, конечно. Many times they say yes, of course. Но нужно спросить не только веришь ли ты в Иисуса. But the question should not just be if they believe in Jesus. Веришь ли ты, что Иисус это Бог, а не только Сын Божий? But the question should be, do you believe that Jesus is God and not just the Son of God? Веришь ли ты в Духа Святого? Do you believe in the Holy Spirit? О, конечно. Of course, they say. Бог Божьим Духом или Духом Святым создал все. God created everything through the Holy Spirit. Но Дух Святой не только сила. But the Holy Spirit is not just the power. Дух Святой личность. But it is individual. Личность может иметь силу, но сила и личность это не одно и то же. An individual can have power and might, but it is not just the power. Славик имеет силу. I have strength. Он может поднять стойку. He can pick up this stand. Я не знаю, смогу ли я, он сможет эту колонку. I don't know if I can, but he can lift the speaker. У него есть сила. He has strength. Но сила и славик это не одно и то же. But his strength and him himself is not the same thing. Личность и сила это разные понятия. Личность может иметь силу, но сила это еще не личность. An individual can have strength, but strength is not individual. Итак, Дух Святой это не только сила Бога, это сам Бог. And so the Holy Spirit is not just the power of God, it is God. Еще одно движение, которое кто-то называет их христианским, кто-то не относит к христианам, это мормоны. And another movement that is linked to Christianity are the Mormons. Или официальное название Церковь Христа, Иисуса Христа Святых Последних Дней. Or otherwise known as the Mormon Church of the Latter-day Saints. Они верят, что есть Бог, Верховный Бог. They believe of in the chief God. У которого есть намного ниже иерархия, в которой одним из богов стоит Иисус Христос. And under him are many other gods, one of whom is Jesus Christ. То есть Иисус Христос это меньший бог. In other words, Jesus is a lesser god. Дух Святой в их учении у мормонов, как и у свидетелей Иеговых, это всего лишь сила. And like the Jehovah's Witnesses, they believe that the Holy Spirit is just a power. В мире таких последователей этого движения где-то 17 миллионов. And there are about 17 million followers of. Итак, мы не будем дальше распространяться, какие есть. Нас интересует, что же говорит Библия. And we're not going to keep talking about all the different faiths. We want to talk about what the Bible says. Евангельский взгляд на Троицу. The gospel view on the Trinity. Каждая личность Божества имеет определенные функции. Every individual aspect of the Trinity has its own function. На протяжении веков христиане учили. The Christians always taught. Что Отец, Бог Отец, that God the Father, выступает больше как Творец Вселенной. He takes upon himself the role as the Creator. Но когда мы говорим Бог Отец Творящий, and when we say that God is the one that creates, то это не значит, что Он отвергает две остальные личности. It does not mean that He rejects the other two individual sides вместе of the Trinity. С Богом Отцом Творящим будет участвовать и Бог Сын, и Бог Дух Святой. As God the Father is creating, God the Son and God the Holy Spirit Но are taking part. Инициатива исходит от Отца. But the initiation comes from the Father. Если мы смотрим на Бога Сына, when we look at God the Son, Сын больше человечеству и творению открывается как искупитель. The Son is revealed to humanity more as one who redeems. И Дух Святой, and the как Holy тот, Spirit, который приводит к покаянию и освящает человека. Is the one that draws people to repentance and sanctifies them. Еще раз. Отец творящий, Сын искупляющий, а Дух Святой освящающий. The Father creates, the Son redeems, and the Holy Spirit sanctifies. Эндрю Моррей был такой богослов когда-то, сказал. Andrew Murrell said once. В Отце мы имеем невидимого Бога, начинателя всего. In the Father we have an invisible God through whom everything has begun. То есть в Отце невидим Бог.
In other words, ми не можемо видеть Отца. We cannot see the Father. Но в Сыне Божьем Бог раскрывает явленного и приблизившегося Бога к нам. But through His Son, He reveals Himself to us. То есть Он облик или образ Бога невидимого. And so through Jesus, He is the God that we can see. И в Духе Божьем мы имеем Бога, обитающего внутри. And through the Holy Spirit, it is the Spirit that lives within us. Я знаю, это немножко такое глубокое, богословские тезисы, но мы пойдем дальше. I know they are difficult things for us to grasp, but we continue on. Дух Святой обладает всеми божественными свойствами. The Holy Spirit possesses all of the qualities of God. Я хочу показать очень быстро, что Дух Святой это не только сила. And I want to show us that the Holy Spirit is not just a power. Что Дух Святой это личность. But the Holy Spirit is an individual. И эта личность равна Богу. And this individual is equal to God. Первое. The Дух Святой всеведущ. The Holy Spirit is omnipresent. Psalm 138. Psalm 139. 7-10 стихи. Verses 7 through 10. Psalm 138, 7-10. 139, 7 to 10. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Where can I go from Your Spirit, or where can I flee from Your presence? If I ascend into heaven, You are there. If I make my bed in hell, behold, You are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outmost parts of the sea, even there Your hand should lead me, and Your right hand shall hold me. Дух Святой обитает везде. The Holy Spirit is present everywhere. Если какое-то место останется без Божьего Духа, оно перестает существовать. If any place does not have the presence of the Holy Spirit, it ceases to exist. Автор говорит, если я на звезду улечу или наоборот опущусь на дно моря, везде твой Дух Святой. And the author, he says, if I go up into heaven, if I go into the depths of the sea, Your Spirit is there. Все живое, которое на дне океанов, ихняя жизнь там на дне поддерживается Духом Святым. All of the living creatures in the depths of the sea, they are supported by the Holy Spirit. Все птицы в поднебесье, все живое на земле поддерживается Духом Святым. All of the creation in heavens, all that we see is possible by the presence of the Holy Spirit. Да, есть места, где Божья слава или слава Духа Святого может проявиться больше или где-то меньше. Yes, there are places where the glory of God can be revealed more so than in another place. Ну, к примеру, Израиль пришел к горе Синаю. When Israel comes to Mount Sinai, евреи стоят в долине, the Hebrew people are in the valley, а на горе Божья слава является. But the glory of God is on top the mountain. Друзья, Дух Святой, который там на горе, now, the Holy Spirit that is there on the mountaintop, это не значит, что Он только там, а Его в долине нет. It does not mean that He is just present at the mountaintop and not in the valley. Если Бог перестал быть в долине, люди бы умерли сразу. If God was not in the valley, the people would perish instantly. Почему сегодня мир еще жив? Потому что Дух Святой еще с человеком. And the world is still there because God is with His people. Дух Святой везде сущий. The Holy Spirit is omnipresent. Ни один ангел не может быть в двух-трех местах одновременно, а Дух Святой может. Not one angel can be in two different places at the same time, but the Holy Spirit can. Дьявол тоже не может быть в одном и том же месте или в разных местах в одно и то же время. The devil is also not omnipresent. He cannot be in two places at once. Когда у нас будет доктрина о падших ангелах, мы об этом более детально будем говорить. Очень часто мы думаем, что дьявол везде.
Many times we think that the devil is everywhere. Но дьявол — это творение, которое упало. But the devil is just a fallen creation. Творение не может в одно и то же время быть в разных двух местах. And something that was created is not omnipresent. Если сегодня мы здесь, то мы уже не дома. Если мы дома, то не здесь. If we are here, we're no longer at home, and vice versa. А мы же говорим, а как же так, что вот столько много людей под властью дьявола? And we may ask, well, why are so many people under the authority of the devil? Дело в том, что у этого ангела есть много, 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 много тысяч, миллионов других ангелов, которые ему помогают. And the fact of the matter is that he has many other fallen angels that do his work with him. Вездесущим может быть только Бог, скажи аминь. But to be omnipresent, that is only possible to God. Say amen. Ни одно творение не может быть вездесущим. Вездесущий только Бог. No created thing can be omnipresent. That is only possible for God. Второе. The second thing. Дух Святой всезнающий. The Holy Spirit is omniscient or all-knowing. 1 Коринфянам 2:10. 1 Corinthians 2:10. Ну давайте с 9, чтобы была мысль понятна. Start with verse 9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, the deep things of God. Ни одно творение не может знать все. Nothing created can know everything. Бог так создал, чтобы люди друг друга не могли читать мысли. God created us in a way that we cannot read each other's minds. Только то, что происходит во вселенной и даже в мыслях другого человека, знает только Бог. But all the thoughts that we think and everything that happens around us, God knows it all. И Библия говорит, что Дух Святой знает все и даже то, что в сердце человека. And the Bible tells us that the Holy Spirit knows all things and even the things in the hearts of man. Анания и Сапфира захотели обмануть Духа Святого. There was a couple, Ananias and his wife, they wanted to lie to the Holy Spirit. Помните, да? Do you remember this? Они бы легко могли бы обмануть Петра. They could have lied to Peter. Но в Петре жил Дух Святой. But within Peter lived the Holy Spirit. И Дух Святой внутри Петра. And inside of Peter, открывая то, что в сердце Анании и Сапфиры, говорит, вы солгали. And he says to Ananias and Sapphira, he says, you lied. Вы продали не за столько. You did not sell your property for this amount. Братья, сестры, я к нам. To us, friends. Никогда, никогда, никогда не обманывайте. Never lie. Особенно Бога. Especially to God. Никогда. Never. Это же глупо пытаться обмануть того, кто о тебе все уже прочитал. For it is silly to try to lie to one who knows everything about you. Если что-то получилось греховное, беги к Богу и к Духу Святому и говори: Дух Святой, Иисус, Отец, ты все уже знаешь. If something did happen in your life, then run to him and ask for forgiveness. Что-то там посмотрел, что-то сделал, что-то в сердце уже пустил. Maybe you looked at something, you heard something, you let something into your heart. Никогда не прячь, как Ахан под коврик. Never try to hide this under the rug. Дух Святой все знает. The Holy Spirit is all-knowing. Третье качество. And the third quality. Он вечен. He is eternal. Он вечен. He is eternal. Давайте мы пойдем дальше. Let us continue. Я хотел показать три текста, чтобы мы чуть-чуть утвердились в том, что Дух Святой — это не только сила, это Бог. I wanted to show us these scriptures so that we could know that the Holy Spirit is God. Я хочу сейчас показать очень коротко, тезисно, семь действий Святого Духа. And very shortly, I want to look at the seven workings of the Holy Spirit. Конечно, их намного больше, но мы поговорим в рамках 20 минут о семи. Now, there are many more, but we will try to cover seven. Итак, первое. Дух Святой.
The Holy Spirit является автором и толкователем Писания. He is the author and the translator of Scripture. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину и будущее возвестит вам. When He will come, the Spirit of Truth, He will guide you to all truth and will show you the future things. Дух Святой является автором. The Holy Spirit is the author. Да, чтобы ему создать эту книгу, ему понадобилось 40 мужчин и женщин, he needed 40 men and women, которые жили в разную эпоху. That lived at different times. Самый первый и самый последний, между ними 16 столетий. There are 16 centuries before the first and the last author. Первый из них Моисей. First being Moses. И заканчиваем книгу Откровения. And we finish with the book of Revelation. Моисей живет в 15 веке до Рождества. Moses lives in the 15th century BC. А Иоанн на Патмосе конец первого века. And John is writing on Patmos at the end of the first century AD. Но авторами являются не они, автором есть Дух Святой. But they are not the authors. The authors of this book is the Holy Spirit. Они всего лишь люди, которые под вдохновением Духа Святого записывали то, что Дух Святой им открывал. They were just people who wrote this book by His guidance. Итак, если мы желаем узнать больше Бога и Духа Святого, нужно дружить с автором. So if we want to know more about God and the Holy Spirit, we need to know the author. Если мы читаем текст, а здесь много непонятных текстов. If we read a passage and there are so many that we may not understand. Как нам лучше поступать? What is the best thing for us to do? Нам лучше открывать его письмо и говорить: автор, объясни, что ты написал. It is better to open this book and ask the author, explain to me what you mean here. Итак, друзья, когда мы будем сегодня, завтра, на этой неделе читать Библию? And so this week, when you're reading Scripture, давайте перед этим помолимся, скажем: Дух Святой, ты ее дал для меня, открой мне то, что там написано. Say a prayer, Lord, you have given me this word, reveal to me what it says. Не стыдно говорить: Дух Святой, я не понимаю. It is not shameful to acknowledge that I don't understand what I'm reading. Но хорошо, что мы знаем, что Он есть автор и толкователь. But it is so good that we know that He is the author and the one that can reveal this to us. Дух истины, Он наставит вас на истину. The Spirit of Truth, He will guide you to truth. Второе. The second. Дух Святой обличает грешника и приводит его к духовному возрождению. The Holy Spirit convicts the sinner and brings him to spiritual rebirth. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. He will come, condemn the earth of their sin, of truth, and of the coming judgment. Для того, чтобы человека спасти, in order to save man, первое, что нужно сделать, the first things that needs to happen, убедить, что этот человек нуждается в спасении, is to acknowledge that this man is in need of saving. Невозможно помочь человеку, который думает, что он не нуждается в помощи. You cannot save a man who thinks he does not need help. Если кто-то сказал такую фразу: если глупый человек понимает, что он глуп, он уже не глуп. They say if a dumb person understands that they're dumb, he ceases to be dumb. Если человек в проблеме понимает, что он в проблеме, он уже на пути к выходу. If a person that finds himself in a problem acknowledges this, he's on his way out of the problem. Люди, которые оказались на тонущем Титанике, those that found themselves on the sinking Titanic. Некоторые из них погибли, потому что они сказали: этот Титаник не может утонуть. Some of them died because they said, listen, this Titanic cannot sink. Они остались в своих каютах и говорили: Титаник не утонет. They remained in their rooms saying that this ship cannot sink. Но люди, которые бежали наверх, на крышу этого Титаника и, скажем, садились в эти шлюпки, в эти лодки, многие из них были спасены. But those that ran to the top and jumped into these lifeboats, they were saved. Итак, задание Духа Святого — указать грешнику на его грех. And so the working of the Holy Spirit is to direct the sinner to his sin.
И наше задание как церкви молиться, чтобы Дух Святой обличал мир во грехе. And we as the church we pray so that the Holy Spirit would convict the world in its sin. Папы, мамы, если наши дети что-то делают не так, мы можем, как родители, сами им что-то говорить. If our children misbehave somehow, но это не всегда доходит, это не всегда срабатывает. We can say something, but it doesn't always go smooth with them. Иногда приходит такое время, sometimes the time comes, когда папа с мамой должны говорить ребенку, when a father and mother, they need to teach their children. Но приходит время, когда нужно говорить уже не ребенку, а Богу о ребенке. But an age of these children comes when they can no longer really speak to the children, but speak to God about their children. Когда меньше нужно говорить дочери и сыну, а нужно больше говорить Богу о дочери и сыне. When they are just small, then we can teach them ourselves, but when they grow up, we pray to God about them. И если Бог ему скажет, достаточно две фразы. And if God speaks to them, two words are enough. Сколько много христиан говорили Савлу гонителю, ты делаешь плохо. How many people told Saul, the one that persecuted the church, that he was doing wrong? Но он не понимал. He did not understand. Но достаточно было осенять свету. But all it took was this light from heaven. И сказать одну фразу: Савл, Савл, что ты гонишь меня? And the word spoken: Saul, Saul, why are you persecuting me? Сразу все стало на места. Everything became clear. Кто ты, Господи, что повелишь мне делать? And he says, who are you, Lord? What shall I do? Церковь, давайте будем молиться за наши семьи и за окружение, в котором мы живем. Да осуждает Дух Святой грешника в грехе. Church, let us pray for us and the community that we live in. May he condemn the world in its sin. Третья функция или работа Духа Святого. The third function or working of the Holy Spirit. Он крестит уверовавшего в тело Христово, то есть в церковь. He baptizes the believer into the body of Christ or the church. Когда человек кается, когда человек заключает с Богом завет. When a person repents and he goes into covenant with God. Мы не только его добавляем в церковные списки в компьютер. We don't just put him on the member rolls. Мы говорим: "Ну, наша церковь состоит там 200-300 человек." We say, "Well, now we have 300 members." В списке церковные можно добавить многих людей. We can add various names to the members list. Но в тело Христово помещает не пастор и не служитель. В тело Христово помещает Дух Святой. But to be added into the body of Christ, no pastor, no minister can do this. That is done by the work of the Holy Spirit. Все мы одним духом крестились или погружены в одно тело. For all were baptized through the Spirit into one body. Иудеи или еллины, то есть разные народы. Different people. Рабы или свободные. Slaves or free men. Все напоены одним духом. All are given drink of the same Spirit. То есть Дух Святой – это его функция. This is the work of the Holy Spirit, his function. Показать грешнику, что он грешник. To show the sinner that he is a sinner. Привести грешника к Иисусу. To bring the sinner to Jesus. Способствовать, чтобы грешник раскаялся в своих грехах. Help the sinner come to repentance of his sins. И когда грешник кается перед Иисусом, Иисус его прощает. And when the sinner repents before Jesus, he is forgiven. И теперь Дух Святой берет этого грешника и помещает в тело, то есть в церковь Иисусову. And now the Holy Spirit takes this person and adds him to the body of Christ. Друзья, старайтесь не просто попасть в церковные, ну как бы структуры. Friends, don't just try to be a part of the church structure. Не просто чтобы где-то быть в церковных, ну скажем там, блокнотах. Not just to be in some notebook, some list of the church. Очень важно задавать вопрос: Дух Святой, ты меня в твое тело Христово поместил? But the question that we should ask, Holy Spirit, have you added me? Have you joined me to the body of your church? Являюсь ли я живой клеточкой в этом огромном теле, которое называется Церковь Христова? Am I a living organism in this body that we call the church? Четвертая функция или работа. The fourth function. Пребывает в верующем, свидетельствует его духу, что он, этот уже верующий, чадо Божие. He comes and lives in the believer and confirms that they are a child of God. То есть Дух Святой
поселившись в человеке, and so when the Holy Spirit is living inside of us, поместив меня в тело Христово, He has added me into the body of Christ, теперь говорит и оживляя меня, поднимает мою веру. And now He speaks and He raises my faith. И когда бывают разные долины в жизни человека, этот Дух Святой говорит. And through different valleys that a person may go through, the Holy Spirit speaks. Сынок, не бойся. Дочь, не бойся. Son, daughter, do not be afraid. Друзья, почему люди, которых жил Дух Святой, why is it that those within whom the Holy Spirit lived, они были другие, чем другие неверующие люди? They were different than those that were non-believers. Павел и Сила. Paul and Silas. Их не ноги забиты в колоды. Their legs, they were bound. Спина окровавлена. Their backs were full of blood. Ужина им покушать не дали. They were given no food. И они бы могли бы роптать. And they could have murmured. Но что они делают? But what did they do? В ихнем духе живет Дух Святой. In their spirit, the Holy Spirit abides. И Дух Святой говорит Павлу и Силе, не переживай. And he says to Paul and Silas, do not worry. Не переживай. Эти люди, которые тебя охраняют, они живут короткую жизнь. These people, your guards, they have a short life. Они могут тебе немножко во время жизни испортить твою жизнь. They may hurt you during this short life. Но помни, сколько у тебя есть в небе. Павел, помни, что там твоя родина и там твоя жизнь. But Paul, remember where you are headed, your homeland, heaven, there your life will continue. И узники слушают и говорят, ну какие-то странные люди. And as those that were with them in prison, they thought, man, these are strange people. У вас ничего нет, вы все потеряли. You have lost it all, you have nothing. Сейчас нет до песен. Now is not time to sing. А что они делают? But what do they do? Молясь, воспевают Господа. As they were praying, they sang song unto the Lord. Мне приходилось навещать людей, которым оставалось несколько дней жизни. I visited people who had a few days to live. И я и шел и думал, ну что же сказать, как поддержать этого человека? And I was thinking, how can I come and encourage this person? Но когда я входил в комнату, but when I would walk into this room, а эти люди говорили, нет. These people said no. Ты пришел не меня, я хочу тебя вдохновить. I don't need encouragement, I want to encourage you. Это тебе еще семью взращивать, это тебе еще церковь вести. You still need to raise a family, you need to lead a church. А я знаю, куда я иду. But I know where I am headed. Я знаю того, кого я уверовал и верю, что он силен. I know the one whom I believed and I know he is all powerful. Кто дает эту силу? Who gives this strength? Не книги. Not books. Дух Святой, который вселяется в дух человека. The Holy Spirit that abides within a person's spirit. Итак, Дух Святой пребывает в верующем, свидетельство его духу, то есть самого человека духу, что он, этот человек, чадо Божье. And so the Holy Spirit is within us and he testifies to us that we are children of God. И даже если человек этот проходит тяжелые моменты жизни, Дух Святой говорит, помни, кто у тебя отец. And even if a person goes through hardships, we are reminded by the Holy Spirit that God is our Father. Почему Иоанн на Патмосе? Why, when John was on Patmos, у него ничего нет. He has nothing. Вода вокруг острова и та соленая. He has water around his island and it is salt water. Но без еды можно несколько недель, но без воды пару дней и умер. You can't live without water. И вместо того, чтобы Иоанн печалился, в депрессию упал. And instead of being depressed on this island, кто из вас помнит, что написано в первой главе? Remember what the first chapter of Revelation states. Иоанн говорит, я был, помогите, remind в духе. Me, he says, I was in я the был spirit. В духе. I was in the spirit. В день воскресный. In the day я знал, что даже если я на этом острове последние свои часы доживаю. I know that even if I am living the last days of my life here. Я знаю того, кто на кресте за меня уплатил мою цену. I know that he paid the price there on the cross for me. Я знаю того, который сошел в горницу, когда мы молились. I know the one that came to the upper room when we were praying. Я знаю, что у меня есть там не Патмос, у меня есть там Новый Иерусалим. And I know that New Jerusalem is awaiting me there. Друзья, я хочу, чтобы мы искали Духа Святого. I want us to search for the Holy Spirit. Люди, которые Духа Святого не имеют, им что-то нужно, и они начинают алкоголь, наркотики искать. People that do not know the Holy Spirit, when they need something, they search for a substance, alcohol or something else. Но когда Дух Божий приходит, то все эти мелочи, это всего лишь мусор.
When the Holy Spirit comes, then all these little things, it just becomes meaningless. Пятое действие. The fifth working of the Holy Spirit. Дух Святой укрепляет верующего духовной силой противостоять греху. The Holy Spirit gives strength. Spiritual strength to the believer to overcome sin. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же Духа Христова, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. For you do not live by the flesh, but by the Spirit. If the Holy Spirit lives within you, for if you are not of the Spirit, you are not His. Каждый человек. Every person. Всего лишь человек. Is just a person. Каждый человек, в том числе пастор, епископ, every person, a pastor, a bishop, молодой или старый, young and old, богатый или бедный, это все люди, всего лишь люди. Rich or poor, people are just people. Времени нет, но я быстро тезисы некоторые напомню. We don't have time, but I'll run through this. Хотите увидеть, как вели себя люди, от кого Дух Святой отступал на время? If you want to see the people whom the Holy Spirit left for a portion of time. Когда Дух Святой был на Самсоне, Самсон побеждал. When the Holy Spirit was upon Samson, he was victorious. Но пришло время, отступил от Самсона Дух Господень. When a time came when the Spirit of God left, departed Samson. Он ворота выносил, он льва разрывал. He could tear upon apart a lion, carry the city gates on his shoulders. А вот здесь шнурки, веревки не может разорвать. Here they bind him and he can't break apart. Или второй пример. Or the second example. Езекия. Езекия, царь Езекия. Hezekiah. Написано, отступил от него Дух Святой. It says that the Spirit left him. Это был богобоязненный царь. This was a God-fearing king. Он сам молится и говорит, Боже, вспомни, что я так вот любил тебя всем духом моим. As he prays, he says, Lord, remember that I loved you with all of my spirit. А Бог говорит, я послал тебе слово, что ты умрешь. God says, "I sent word of your death." А Бог, а Езекия говорит, ну вспомнишь, как я вот посмотри, как я победно жил. And Hezekiah says, "Remember the life that I lived." Ну исцели, ну please. Heal me. Бог говорит, хорошо, 15 лет тебе. God says, "Okay, 15 more years." I читали это, да? You remember the story. Как только Дух Святой после этого от этого царя отступает, что начинает делать? As soon as the Holy Spirit departs, what does this king begin to do? Обычно человек, переживший страшную болезнь, приближается к Богу, правда? Usually, a person who is healed from a disease, a deadly disease, he gets closer to God. Руслан, правда? Сергеев, Андрей. Правда, ближе к Богу. We get closer to God. Мы все становимся через трудности ближе к Богу. Through our hardships, we draw near to Him. Но мы становимся ближе к Богу, потому что Дух Святой нам помогает ближе к Богу. And we do this through the power and the help of the Holy Spirit. Езекия проходит страшную болезнь. Hezekiah goes through a scary, big disease. И Дух Святой чуть-чуть удаляется. The Holy Spirit departs. И написано, вместо того, чтобы приблизиться к Богу, it says instead of drawing near to God, Езекия начинает хвалиться. Hezekiah begins to brag. И хвалиться не чудом, которое Бог создал. And boast not about the miracle that God did. Золотом, одеждой, лошадями, оружием. But he begins to brag about his riches, his gold, his army. И Бог говорит, вот твое сердце. And God says, "This is your heart." Покуда мой дух святой был с тобою, ты был сильный, но чуть-чуть я отступил, и вот настоящий ты. While my spirit was upon you, you had strength and victory, but when I departed, this is who you really are. Друзья, не надейтесь на себя, на свою силу. Friends, do not depend on yourself or your strength. В грехи падали молодые, средние и старые. People of all ages fell into sin. Подростки падали. Teens fell. Старый Саул упал, которому было 70. Saul, who was 70 years old, he fell into sin. Нет такого возраста, который может победоносно свято жить без Духа Святого. There is no age that you can say that you can live a holy life without the Holy Каждый Spirit. Возраст нуждается в Духе Святом, чтобы он помог нам победоносно жить. But every moment of life we are in need of the power of the Holy Spirit to live a holy life. Я молюсь и говорю, Дух Святой, не покидай меня. I pray, Holy Spirit, do not depart from me. Потому что мудрее меня падали.
Because those who were wiser than me fell. Сильнее меня падали. Those who were stronger than me fell. Моя победа это не во мне, она от тебя исходит. My victory is not from me, but from you. Укрепляет верующего духовной силой. He strengthens the believers with the power. Шестое. The sixth thing. Дух Святой наделяет христиан силой и дарами для служения. The Holy Spirit imparts gifts for ministry. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. But you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Дух Святой дает сверхъестественное, не естественное, а сверхъестественное дары и силу. The Holy Spirit gives us not just natural abilities, but supernatural talents and abilities. И это через Его. And it is through Him. И последнее. And the last thing. Действие или роль Духа Святого. The role and the work of the Holy Spirit. Дух Святой воскресит или изменит наши смертные тела в последний день. The Holy Spirit will resurrect or change our bodies in the last days. Если я умру, if I die, я, конечно, уйду к Господу. I will go on to the Lord. Но наступит день, but a day will come, когда к этому телу, when to this body, коснется Дух Святой. The Holy Spirit will это touch. Будет тот же самый дух, который вошел в гроб, где лежало тело Иисуса. It is the same spirit that came into the tomb when Jesus's body lay. Иисуса воскресил из мертвых не ангел. Jesus was resurrected not by an angel. Ангел всего лишь камень отвалил. The angel just took the stone away. Ангел не может давать жизнь. The angel cannot give life. Ангел не Бог. The angel is not God. Ангел не может воскрешать. The angel cannot resurrect. Жизнь приносит только Бог, и Дух Святой является жизнью. But God is the only giver of life, and the Holy Spirit. Братья и сестры, я не знаю, через что мне и вам придется проходить. I don't know what is awaiting us in the future. Но давайте будем молиться. But let us pray. Чтобы с нами в нашей жизни был Дух Святой. So that the Holy Spirit would be with us in our lives. И если твоя жизнь будет идти тяжелым путем, and if you're going to be going through hardships in life, Дух Святой может исцелить твое тело. The Holy Spirit can heal your body. Но даже если болезнь и убьет это тело, but even if this disease takes you away, этот Дух Святой придет один день и воскресит это тело из праха. Then one day this body will be resurrected by this Holy Spirit. А если твое тело доживет до восхищения церкви, but if you are still alive during the coming, и если Дух Святой живет в тебе, and if the Holy Spirit lives in you, он не оставит тебя, не покинет тебя, сам уйдет в небо, тебя на земле. He will not just leave you here and go up into heaven. Это как водичка в баночке. It is like this water in this bottle. Куда будет водичка, туда пойдет и баночка. Wherever the water is, the bottle will be with it. Дух Святой не оставит нас на земле и не уйдет сам в небо. The Holy Spirit will not desert us here on earth as he как только Отец и Сын позовут Духа Святого от земли. When the Holy Spirit is called by the Father and Son from the earth, Дух Святой не уйдет сам. The Holy Spirit will not come alone. Дух Святой скажет, but he will say, я хочу забрать всех, в ком я жил. I want to take all those within whom I live. Друзья, какое сокровище мы имеем. What treasure, richness do we have? Иисус говорит, для вас лучше. Jesus says it will be better. Потому что если я телесный возле вас буду, я буду возле вас. Before, if I don't leave, I'll be next to you physically. Но я вам пошлю ничуть не слабее, чем я сам. But what I sent will be no less than I am. Который будет не возле. Who will not just be next to you. Который будет внутри. But will be inside of you. Но вы ждите его. But you await him. Не разбегайтесь, не отлучайтесь, ждите его. Wait for him, don't leave anywhere. Стучите, просите, вам будет дано. Pray for this, ask for this, and it will be given unto you. Друзья, я хочу, чтобы мы как церковь, I want us as a church, верили, что есть Дух Святой и что этот Дух Святой это Бог. To believe that the Holy Spirit is real and that he is God. Я хочу, чтобы мы его желали. I want us to desire him.
Я хочу, чтобы мы его имели. And I want us to have him. Он является автором и толкователем этого слова. He is the author and the one that can explain this word to us. И он тот, кто изменит наши тела в последний день. And he is the one that will change our bodies in the last days. Давайте мы поднимемся и будем молиться. Let us stand and pray.